дети и не дети нам. Мы лишь стрелки, а дети, как живые стрелы, что нами посланы вперед. Умело кем-то, кем-то неумело. Мы дали им лишь жизнь, но не свою. Живем сегодня мы, они жить будут завтра. Там побываем мы навряд ли, и мысли наши им не подойдут, поступки наши им не пригодятся. Они свою дорогу изберут, они своим путем достигнут счастья. Мы луки и с любовью стрелы отпускаем, как можно дальше и быстрее пусть летят, чтобы их путь был светел и удачен, и благороден был, и без преград. Да, дети наши или дети нам, мы в этой жизни дали им лишь тело, и можем дать пристанище телам, но не их мыслям, душам и делам. В шкафу в укромном уголочке нашла я плоский пузырек, завернут бережно в платочек, срок годности давно истек, совсем истертая этикетка, чуть лепит пробочка к руке. Вдруг чувствую я запах детства и вижу, мама на реке в цветастом платье из шифона с прозрачным шарфиком в руке из рук отца флакончик скромный берет, а с ним цветой букет. Открыв подарок свой смущенно, запястье каплей оросив, она вдруг шепчет восхищенно: «Да это же огни Москвы, промчались годы, жизнь промчалась, но в прошлое вернул легко, флакончик найденный случайно, любимых маминых духов».